在若隐若现，睁开眼却不见，一滴泪落在梦里面。天无涯，海无边，爱恨终成云烟。山多高，路多远，这一生世界还只缘。啊啊啊啊，я столько дней практиковал боевые искусства в особняке, что теперь рад, что наконец-то увидел людей. После того, как мы притворялись нищими, я до сих пор не могу избавиться от желания подержать миску для подаяния. Офицеры в последнее время очень активны. Что произошло? Это из-за случая в Парящих Орлах. Там нашли огненный чертополох. Теперь обыскивают весь город. Мы давно не ходили к Дзяну. Как насчет того, чтобы проведать янтарное сияние? Лучше не ходить туда сейчас. Почему? Дайте посмотреть. Хорошо. Разве ты не знаешь, госпожа Дзян выбрала время для свадьбы брата Дзяна с госпожой Цзинь? Можешь представить, какая сейчас атмосфера в особняке? Любовные романы самые хлопотные. Лучше составь компанию брату Го на прогулке. Я возьму это. Хорошо. Госпожа, вы проснулись? Осторожно. Госпожа Цзинь, от имени Цзинь, я прошу прощения за сегодняшнее. Я знаю, сегодня она специально дразнила тебя. На самом деле она неплохая, пожалуйста, не возражайте. Господин Цзян действительно предан госпоже Цзинь. Вы очень благоразумная девушка. К тому же семья Цзинь самая богатая в городе Линянь. Устроить для вас хороший брак будет несложно. Вам не обязательно терпеть унижение в особняке янтарного сияния. Поскольку я уже вошла в семью Дзян, кто согласится жениться на мне, если я уйду сейчас? Я найду способ позаботиться о вас. Но бабушка хочет, чтобы мы поженились послезавтра. У меня есть к вам просьба. Если захотите мне помочь, я буду очень благодарен. Говорите. Не останавливайтесь! Сотня таблеток должна быть готова сегодня к вечеру. Ты успокоил свою новую молодую госпожу? Цзинь, ты вышла замуж в семью Дзян. Не заходи слишком далеко. Да, я зашла слишком далеко. Я тот, кто ведет себя неразумно? Ты доволен? Пойми, это моя семья виновата. Мы втянули в этот Цзинь Юаньцю. Нет, это я обидела твою Юаньцю. Почему мы не можем поговорить по-хорошему, как разумные люди? Прояви благоразумие. Когда я, Бае Цзиньсин, была благоразумна, я бьюсь до последней капли крови. Разумный не всегда выигрывает. Послушай меня. Что еще? Дзян Цинлю.
Я, Байе Дзинсин, вышла замуж за тебя не для того, чтобы ревновать и бороться с этой Дзинь. Мне это не нужно. У тебя действительно злая душа. Говори, не останавливайся. Зин, я думал, ты изменилась. Я думал, ты не такая, как в прошлом. Но я вижу, что ошибался. Думал, я изменюсь ради тебя? Ты такой самонадеянный. Хорошо. Я не прав. Я был не прав от начала до конца. Я ошибался на твой счет. Дзян Цинлю, немедленно остановись. Если ты уйдешь сейчас, можешь не возвращаться. Правильно сделал, что ушел. Бабушка, пожалуйста, выпей чая. Присядь. Бабушка выпила мой чай. Это значит, вы не злитесь на меня? Ты такая милая. С этого момента держись подальше от Зин, чтобы она не сбивала тебя с толку. Ты выйдешь замуж послезавтра. И должна научить ее большому количеству правил. Она всего лишь наложница. И не может быть слишком неуважительной. Бабушка, я хочу отложить свадьбу с Цинлю. Почему? Дзин, тебе что-то сказала? Я знаю, что Цинлю не испытывает ко мне никаких чувств. Я не хочу выходить за него замуж, пока он не полюбит меня. Это займет время. Думаю, у меня хватит терпения. Бабушка, пожалуйста, выберите другое время для свадьбы. Огненный чертополох вызвал большой шум в городе. Все разыскивают его. Эта история с чертополохом полностью сорвала наш план. Зян Цинлю неоднократно нарушал мои планы. Но не волнуйся. У меня уже есть решение. Теперь он близок к дружку наследного принца министру Джу, цель которого — заставить нас бояться его. Семья Дзян нашла покровителя, министра Джу. Не забудь. Князь Наньго все еще в долгу перед нами. Если мы хотим, чтобы правительство вмешалось, мы должны дать им повод. Моя госпожа, не раздумывайте. Действуйте. И это должно быть преступление, караемое казнью. Зицай, ты думаешь, я эгоистичный человек? Нет. Я не боюсь, если ты засмеешь меня из-за этих слов. Как я могу смеяться над тобой? Рассказывай. Помнишь Синь Юйге? Невестка рассказывала о нем. Ты к нему ходил? Да. Что он сказал? Я знал, что ты придешь ко мне сегодня. Тогда я думаю, вы знаете, зачем я пришел? Мне жаль. Мой брат. Он еще жив? Чертовы шахматы. Он уже... Слишком поздно. Что вы имеете в виду? Господин Мэй, не поймите неправильно, я говорю об этой партии. Такой ужасный ход. Тогда вы можете ответить на мой вопрос? Я готов заплатить любую цену. Я просто хочу узнать новости о брате. Когда тебе было 10 лет, ты задумал пойти в горы.
Вы пошли с братом, не сказав родителям. Что произошло? Вы встретили грабителей. Грабители хотели взять тебя в заложники. И твой брат заменил тебя. Он пошел с бандитами. Мэйн Фэн был умным ребенком. Поэтому он тайно оставлял следы в лесу. Но ты не последовал за ним из-за страха. Ты расплакался и вернулся домой. После этого ты его больше не видел. Правильно, господин Синь. Это то, о чем я жалею больше всего. Поскольку вы знаете, прошлое так хорошо. Значит, вы должны знать, где находится сейчас мой брат, верно? Да. Я знаю. Я готов отдать все, что у меня есть. Сейчас. Я остался один из всей семьи в вечно молодом городе. Мой брат. Моя единственная забота в этом мире. Господин Мэй. Ты не знаешь. Но я забросил это дело. Забросили? Верно. Это меня больше не радует. Не радует? Я больше не обмениваю информацию. Так неудачно совпало, господин Мэй. Неужели нет выхода? Господин Мэй, знаешь что? У тебя совсем ничего нет из того, что мне нужно. Кроме того, не так уж и плохо иметь сожаление в этом мире. Но это... Сожаление слишком тяжело. Простите, господин Мэй. Я не могу вам с этим помочь. Но я могу дать вам один совет. Продолжайте. Берегите то, что у вас есть сейчас. Вы не станете счастливее после того, как найдете своего брата. Цзэцзай, я такой ужасный человек. О чем ты говоришь? Видишь, даже Синь Юйгэ не захотел мне помогать. Я совершенно никчемный человек. Я тебе говорю, не думай об этом слишком много. Хотя Инфэна сейчас нет с нами, я верю, что с ним все в порядке. Вспомни, он умнее и лучше всех нас в боевых искусствах. Надеюсь на это. Хорошо, хорошо. Не будем об этом говорить. Давай выпьем. Расслабимся вместе. Как он посмел меня расспрашивать? Как посмел Дзян Цинлё читать мне нравоучения? Если он не хочет жениться на ней, почему тогда защищает? Все это ложь. Он лжец. На этот раз я должна преподать ему урок. Я оставлю этот дом. Госпожа Цзин, куда вы собрались? Подожди меня. Госпожа Цзинь, куда вы собрались? Я пойду с вами. Поторапливайся. Иди за ней, позаботься о ней. Госпожа Цзинь, постойте. Я, госпожа Цзинь, помедленнее. Быстрее. Госпожа Цзинь. Госпожа Цзин, вы хотите отдохнуть? Госпожа Цзин, вам нужна помощь? Вы хотите чего-нибудь выпить? Что-нибудь съесть? Вам надо одеяло? Госпожа!
Госпожа, что с ней? Я не знаю. Как вы думаете, войти нам или нет? Войти? Если она сошла с ума, боюсь, мы не сможем справиться с этим. Это правда. Она Бо Цзиньсин. Это верно. Повелитель демонов не потерпит этого. Хорошо. Ну как вы думаете, нам войти или нет? Почему ты меня преследуешь? Как я объясню твое исчезновение завтра, если не пойду за тобой? Что ты имеешь в виду? Разве ты не сбежала от семьи Дзян? Я... Я догадался. Можете не скрывать от меня. Я уже догадался. Вы поссорились с Дзян Цинлю? Нет. Тогда что вы здесь делаете посреди ночи? Не спрашивай. Вы так старались попасть в семью Дзян. Теперь, когда вы вошли, вы хотите покинуть ее, не так ли? Кто сказал, что я ухожу? Куда вы идете? Не идите за мной. Вы слышали, что я вам сказал? Оставьте меня в покое. Куда вы собираетесь в такое время? Я спрашиваю вас. Вы боитесь, я слишком сблизилась с Дзян Цинлю? И он забудет вашего героя? Вы себе льстите. Она так хороша? Это правда. Кроме того, учитывая отношения между Дзян Цинлю и моим героем, вам нет смысла оставаться в семье Дзян. Это всем очевидно. Достаточно. Не надо меня недооценивать. Я ничего не сказал. Я знаю, что вы все меня ненавидите. Я вам не нравлюсь. Вы думаете, я отнимаю у Дзин любовь. Но в чем я виновата? Вы не сделали ничего плохого. Я просто удивлен, что вы осмелились остаться, хотя ваша семья уже сдалась. Может, у меня была другая причина, чтобы стремиться в семью Дзин? И? Какая может быть причина? Кроме того, если Дзян Цинлю действительно женится на тебе, но ты его не любишь, ты испортишь себе жизнь. Молодой господин! Молодой господин! Молодой господин! Вставайте, молодой господин! Что такое? Молодой господин, просыпайтесь! Министр Джу прибыл! Приготовь мою одежду. Чуан, ходи! Да! Я хочу пить. Я принесу воды. Вот, госпожа Цзин. Что такое? Горячо. Сейчас разбавлю. Хорошо тут. Есть еда, вода и кто-то, кто меня обслуживает. Ты проснулся? Да. Как вы себя чувствуете? Очень хорошо. Давайте проверю пульс. Согласно правительственному расследованию, главу клана Ньянь зовут Вэй Сяо. Он носит маску весь день.
Удалось ли узнать, где убежище клана Иньян? Точной информации пока нет. Но, скорее всего, это на юге города Лин. Это место часто встречается в докладах от наших людей в Улине на протяжении многих лет. Императорский двор хочет сотрудничать с Дзянху в борьбе с кланом Иньян. Но, молодой господин! Прибыл князь Наньго. Князь Наньго? Я присоединюсь к вам, чтобы выразить свое почтение князю. Хорошо. Я слышал, что в последнее время в Дзянху не очень мирно. Вы не смогли сохранить свое положение главы Улиня. Неужели это правда? В мире так много людей, желающих заполучить этот титул. Но, в конце концов, эта должность будет снова принадлежать нашей семье. Князь, у вас столько забот, но вы еще беспокоитесь о делах Дзянху. Я действительно польщен. Вы знаете, что я никогда не вмешивался в дела в Дзянху. Но я очень ценю статус и роль особняка Интерного Сияния в Дзянху. Я благодарен вам за вашу доброту. Итак, я здесь сегодня, потому что я хотел спросить бы вас, как человек из Дзянху, пожалуйста, продолжайте. Я уверен, вы слышали. В последнее время нас тревожат беспорядки на границе. Учитывая, что люди только обрели мир, мы должны дать им отдохнуть и восстановить силы. Но кое-кто при императорском дворе предлагает вступить в войну с иностранцами. Что вы думаете об этом? Я не считаю, что сейчас нам стоит ввязываться в военные действия. Интересно, есть ли возможность мирных переговоров? Дзян Цинлю приветствует князя Наньго. Я не знал, что вы прибудете сегодня. Простите за это. Князь Наньго. Какое совпадение. Министр Джу тоже здесь? У вас дела с господином Дзяном? Мы просто болтали. Это хорошо. Поскольку мы здесь, давайте обсудим дела. Я хочу услышать мнение молодого поколения. Присядьте. Прошу. Министр Джу, пожалуйста. Князь Наньго обеспокоен недавними беспорядками, верно? Это верно. Я думаю, сейчас не время бороться с иностранцами. Но при дворе не все со мной согласны. Я полагаю, что уже поздно для мирных переговоров. Потому что шпионы иностранцев проникли ко двору. Есть шпионы? Да. Есть доказательства существования злого культа. Клан Иньянь сотрудничает с иностранцами и запасается чертополохом. Мы должны принять меры. И как вы планируете разобраться с Иньян? Клан Иньян очень могущественен. За все эти годы нам не удалось узнать, где их логово. Предполагается, что это дело Улиня. Но огненный чертополох вовлекает двор. Если мы сможем получить помощь двора, в борьбе с кланом Иньян произойдет прогресс. Пока это ради императора и народа, я полностью поддерживаю. Я прикажу обыскать всю страну в поиске чертополоха. Все, кто в это вовлечены, будут строго наказаны. Цинлю, ты вернулся? Юаньсю? Ты вернулась? Да. Цинлю, проходи, попробуй мой чай. А, кстати. Юаньсю, где ты была прошлой ночью? Сначала попробуй этот чай. Хорошо.
Вчера я ходила в горы. Там есть большой чайный лес. Я ждала до утра, чтобы собрать утреннюю росу и приготовить тебе чай. В горы? Ты девушка, зачем ты пошла в горы одна? Не волнуйся об этом. Кстати, я сказала бабушке, как ты и просил. Бабушка согласилась отложить нашу свадьбу. Спасибо, Яньцю. Я... Мне жаль. Кстати, почему сегодня не видно Дзин? Ты снова обидел ее? Я... Если ты сказал что-то лишнее, просто пойди и извинись перед ней. Я не хочу, чтобы вы ругались из-за меня. Ты знаешь, что я вышла замуж в семью Дзян по приказу моих родителей. Поэтому... Юаньцю, мне правда жаль. Так что иди и убеди сестру Дзин простить тебя. Дзин, Я был неправ. Нет. Дзин. В том, что произошло, виноват только я. Ни за что. Дзин. В этом... Господин Дзян. Вы слышали о теории золотых 24 часов? Знаете, что это? О чем ты? Если вы обидели девушку, у вас есть 24 часа на примирение. Чем меньше времени вы тратите, тем выше шансы получить прощение. Прошло столько времени, а вы еще думаете над первым предложением? Хорошо. Тогда что мне делать? Вам не надо ничего говорить сейчас. Просто идите к ней и... поцелуйте ее. Нет. Поцеловать ее? Это же Бо Цзиньсин. Поцеловать ее? Она вышвырнет меня за пределы города Линай. Это верно. Для других она Бо Цзиньсин. Но наедине с вами... она просто ваша жена. Вы понимаете? Вы понимаете? Бесполезно. Госпожа Дзин, Цин Лю пришел к вам. Что он здесь делает? Молодой господин Дзян, я не просил вас войти. Как получилось, что вы уже здесь? Чуан Хуади. Выйди. Дзин. Я умерла. Дзин. Мы... Прошел почти месяц с тех пор, как ты передавала мне энергию. Я чувствую... Я сейчас умираю. Ты умираешь? Какое мне дело? Ты не можешь так говорить. Кто ты? Герой боя, правильно? Поскольку ты обещала мне, ты должна сдержать свое слово, правда? Я устала. Я передумала. Разве ты лучше? Тебе плевать на меня. Найди того, кому это понравится. Дзин, Я хочу сказать... Что ты хочешь сказать? Ничего не говори. Просто поцелуй ее. Это самый лучший способ. Дзян Цинлю, что ты делаешь? Я скучал по тебе. Не подглядывай. Я так голодна. В последнее время у меня жуткий аппетит. Потерпи. Я хочу есть. Дзин, прекрати. Хочешь отравиться? Почему ты это ешь? Выплюнь.
Не ешь это нельзя есть. Не ешь это. Сегодня семейный ужин в честь приезда дорогих гостей. Конечно, в будущем она станет хозяйкой поместья. Семья Цзинь и семья Цзян были друзьями на протяжении нескольких поколений. Я слышала имя Юаньсю с детства. Это дочь семьи Цзинь Юаньсю? Посмотрите на нее. Она такая красивая. Как там в поговорке? Красота, которая затмевает луну и перед которой склоняются цветы. Достаточно красиво, чтобы... Дзин, посмотри на себя. Ты женщина. Какой позор. Бабушка, не надо сердиться. Юаньсю недостойна таких комплиментов. Поэтому другие над этим смеются. Я не знаю, что в последнее время со здоровьем сестры. Она все время плохо себя чувствует. Я виновата в том, что не позаботилась о ней. Прошу прощения за то, что заставила смеяться. Ничего страшного. Теперь тебе станет лучше. Больше не ешь. Это хорошо. Это хорошо. Это хорошо. Старший господин, заходи. Старший господин, мы нашли следы клана Иньян. Что нам делать дальше? Это вызывает большую озабоченность. Пока не пугайте змею. Боюсь, нам понадобится помощь людей из Дзянху. Как она? Поздравляю, молодой господин Дзян. Поздравляю, госпожа Джоу. Молодая госпожа, вы действительно беременны? Беременна? Амитабха Будда. Благословение Будды. Благословенны предками. У семьи Дзян наконец-то появится преемник. У меня ребенок? Наконец-то у меня родится ребенок. Да. Ты станешь матерью. Почему ты все еще такая безрассудная? Раньше ты могла себе это позволить. Сейчас, когда ты беременна ребенком семьи Дзян, ты должна родить своего ребенка целым и невредимым. Это мой ребенок. Как я могу с ним плохо обращаться? Цинлю. Бабушка. Дзин сейчас беременна. Ты должен хорошо о ней позаботиться. Конечно. Я расскажу всем в особняке. Я позабочусь о том, чтобы этот ребенок родился благополучно. Не волнуйся, бабушка. Это я. Почему ты не спишь ночью? Не пугай меня. Дзян Цинлю, я только что услышала, как мой малыш разговаривает со мной. У тебя жар? Что за глупости ты говоришь? Это не глупости. Я действительно слышала, как он со мной разговаривал. Хорошо. Тогда расскажи мне, что он тебе сказал? Послушай сам. Что ты сказала? Дзин беременна? Врач проверил ее пульс. Ошибки быть не может. Как это возможно? Что в этом такого? Дзин была в семье Дзян довольно долгое время. Кроме того, она каждый день вместе с Дзян Цинлю. Это был лишь вопрос времени. Просто теперь все взоры семьи Дзян прикованы к ней. Боюсь, что моя дальнейшая жизнь будет тяжелой. Что мне теперь делать? Может быть... Я ошиблась. Значит, это не малыш разговаривает со мной? В последнее время вы тратите много энергии. Естественно, вы часто чувствуете свой голод.
С сегодняшнего дня я буду кормить тебя каждую ночь. Неужто не младенец? Это не так быстро. Он сейчас в твоем животе, размером с фрикадельку. Это как семя, посаженное в землю. Непрерывно поглощает питательные вещества, медленно укореняется и прорастает. В конце концов вырывается из-под земли и превращается в большое дерево. Что? Вы имеете в виду, когда он вырастет, он будет как большое дерево, разорвет мой живот, а потом выскочит? О боже, рожать ребенка так страшно. Я не хочу иметь ребенка. Госпожа! Куда ты собралась? Эй, ты меня напугал? Почему ты такой странный? Не спишь в постели? Спишь на крыше дома? Ты тоже не лучше меня, не так ли? Не спишь среди ночи? Где ты была? Я не могла уснуть. Могу я пойти погулять? Я знаю, почему ты не можешь уснуть. Что ты знаешь? Ты страдаешь, потому что мой герой ждет ребенка от Дзян Цинлю. Поэтому ты не можешь уснуть, не так ли? На самом деле, я тоже не могу уснуть. А это потому, что ты тоже ревнуешь? Это неправда. Я искренне рад за нее. Просто я чувствую себя опустошенным. Мое сердце опустело. Хорошо. Поскольку ты мне помог однажды, я тоже помогу тебе сегодня. Идем со мной. Куда мы идем? Просто иди. Зачем ты привела меня сюда? Вино — единственное средство от печали. Позволь мне сегодня напиться вместе с тобой и забыть обо всех заботах. Сколько барышня может выпить? Не недооценивай меня. Неизвестно, кто напьется первым. Малыш, расти медленно. Не торопись выходить. Невероятно. Дзян, не видел тебя несколько дней, а твое мастерство так окрепло. У вас двоих внезапно появилось время, чтобы прийти и изучить записи со мной. Весь Дзянху знает о приятных новостях в Янтарном Сиянии. Поражает, что у тебя еще есть время на Конфуция и Менция. Я действительно тобой восхищаюсь. Брат Дзян, где наша невестка? Мы с Синсюэ должны лично ее поздравить. Молодой господин, пожалуйста, подойдите к госпоже. Пойдем. Дзян Цинлю, ты тоже здесь? Давай со мной рубить деревья. Ты же беременна. Как можно так дурачиться? Кто дурачится? Разве ты не слышал, как Кулинзе сказал, что малыш вырастет и вырвется из земли? Я должна его хорошо подрезать. Пусть медленно растет. Я не ожидал, что бесстрашный Бо Дзинсин может испугаться. Кулинзе просто применил метафору. Метафора? Что такое метафора? Зачем он ее применил? Давай. Невестка, тебе очень повезло.
Брат Дзян всегда холоден к людям. Я впервые вижу его таким внимательным. Он просто беспокоится о моем ребенке. Молодой господин, прибыл министр. Он ждет вас в центральном зале. Я понял. Министр Джу. Господин Джу, в последнее время Цунлю был занят семейными делами. Извините, что заставил вас ждать. Нисколько. Я только что услышал о ваших приятных новостях. Если бы я узнал об этом раньше, я бы приготовил подарки перед визитом. Нет-нет, господин. Должно быть, что-то важное произошло, раз вы прибыли к нам сегодня. Это правда. Мы тайно проверили некоторую информацию о клане Иньян. Это хорошо. Если все окажется верным, мы сможем разобраться с кланом Иньян. Просто нет реальных доказательств. Если правительство сейчас проведет с большой помпой арест, я боюсь, это насторожит врагов. Вот почему я прошу вашей помощи. Не волнуйтесь. Мой долг — помочь в борьбе с кланом Иньян. Я в вашем распоряжении. Брат Дзян, невестка беременна. Тебе следует о ней позаботиться. Оставь это мне и Инсюэ. Мы разберемся с этим. Но ты... Но что? Ты знаешь, на что способна невестка? Ты рискнешь оставить ее одну дома? Хорошо. Я поручаю вам. Господин Мэй, господин Го, пожалуйста, не беспокойтесь. Я уговорю государственных чиновников организовать для вас помощь в тайне. Спасибо, министр Джу. Но какой план действий? Взгляните. Этот портрет... буквально только что изготовлен. Имя этого человека — Го Цзинь. Один. Во-первых, она уже не молода. Во-вторых, она беременна. Почему она по-прежнему такая безрассудная? Бабушка, сестра Цзинь активна по натуре. Если вы не уверены в ней, то я буду присматривать за ней. Как я могу это тебе поручить? Ты девушка благородного происхождения. Это слишком для тебя. Как я объясню это твоим родителям? Объяснять нечего. Дзин тоже моя семья. Теперь, когда она беременна, я должна о ней позаботиться.